Антивирусный сканер, Security сканер. Всем привет. Предлагаю вашему вниманию антивирусный сканер от российских производителей Security сканер. Бесплатный облачный сканер, который сканирует и лечит заражения на компьютере, если он заражен вирусами. Переходим на официальный сайт. Ссылку я оставлю в описании. Нажимаем кнопку «Установить». Вот скачался сканер. Закрываем браузер. Запускаем двумя кликами установщик. Запустить. Открывается окно программы. Проверок не проводилось. Жмем настройки. Автоматическую проверку мы не будем делать. Автоматически открывается браузер с сайтом программы. Фоновую проверку тоже не будем. Здесь птицу поставить обязательно, обнаруживать потенциально опасные программы, обнаруживать буткиты и сложные угрозы. Участвовать в программе по желанию. Язык русский, показывать информационные сообщения, использовать прокси, использовать из анализа следующий объект. Сохранить. Здесь быстрая проверка, полная проверка. Для начала лучше сделать полную проверку, чтобы полностью компьютер проверила программа. Но я записываю видео. Я включу быструю. И нажимаем кнопку «Запустить». Вот программа закончила свою работу. Нашла 6 вирусов. Здесь можно посмотреть, что это за вирусы. Hosts. И здесь принять решение, что с ними делать. Пропустить или удалить. Нажимаем «Выполнить». Кстати, напоминаю, перед каждым таким сканированием, а лучше перед загрузкой программы, нужно сделать точку восстановления системы. Создать точку восстановления системы. Ссылку на видео, как создавать точку восстановления системы, я оставлю в описании. Это обязательно, чтобы в случае чего, допустим, вы удалите что-то не то, и система не будет правильно работать или вообще перестанет работать, вы просто восстановитесь до того момента, когда создавали точку восстановления. То есть откатите систему назад. Нажимаем «Выполнить». Она сама создает точки восстановления, но лучше, если вы сами создадите, потому что иногда точки восстановления, которые создают программы, бывает не работают. А вручную, когда создаете, это уже 100%. Вот сканер удалил и сразу повторно проверяет. Вирус удален. Окей. Отключено. Ну, мы будем сами запускать проверку. Нам по расписанию не надо. Иногда, когда нам нужно, мы будем запускать. Не такой уж и быстрый этот сканер антивирусный. Но, тем не менее, что-то нашел. Вот такой вот сканер российский. Пользуйтесь. Пишите замечания, пожелания, задавайте вопросы в комментариях. Ставьте «нравится», «не нравится». Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всего доброго. До свидания.